1 взять. Привет. Здорово. Так, я стрим запускаю, да? Надо поставить, наверное, революцию скачиваться, уже оригинал. Ну. Питер тоже у нас стример. Так. Сейчас я запущу игру. Это что-то запускаться без игры. Так, сейчас талисман. Так что, мы точно будем играть в революцию? Ну, в субботу определимся, что. Вовсе да, ну, смысл мне 10 раз про эту революцию. 10 раз революцию пишет. Я в пятницу ее только скачаю, будут готовые. Да ты ее за ночь сегодня скачаешь, за 2 часа. А сколько у тебя скорость, Вов? Я половину скачал еще 3 часа. Не, не половину, где-то 75, 25. Вов, сколько у тебя скорость? 4 МБ. Ну вот, вот в чем вопрос. Ну да. Ну вот у меня сейчас качает 8. То есть 2 раза быстрее. Да, он мне пишет час 20. У меня 3. Для пробной. Mm. А я поставил сразу революцию оригинал скачиваться. Ну, а какая? Ты устанавливаешь то же самое все. Ну а если... Когда купишь, у тебя просто игра продолжится и все. То же самое будет. Так, заходите. Талисман. Да. А сейчас я зайду в Steam. Так. Кстати, я, короче, общаюсь все-таки с разработчиками этими. Все-таки. Да. У меня возникают некоторые идеи, там, я им пишу иногда, и там что-то читаю, интересно бывает. Редко. Да, все-таки я прав был, что не всегда, не одинаково захватываешь деревню каждый раз. Я знаю причину. Ну, чувак вроде пояснил, разработчик мне не подтвердил, но и не проверк пока. Сейчас, вот Леха есть. Ну, что ты ему написал? Он написал, короче, проблема в том, что когда мимо твоих солдат пробегают рабы, ну, крестьяне, они начинают переключаться на них. И не, где-то не кидают, 2 секунды теряют, да. Не удалось войти в игру. Не удалось войти в игру? А, блядь, тут все закрыто. Сейчас. Это понятно, да. Сейчас еще раз. Кстати, для этой игры очень вебки не хватает. Кого не хватает? Вебки. Почему? Ну, настолка, типа. Вебочка бы тут не хватает. Да, да только отключать, когда хаваешь. Так что, куда присоединяться дальше? А, сейчас приглас кинь. Кинул. Так. Опа. О, Лёха зашёл. Не удалось войти в игру. Ну, начинается. Давай еще раз. А, давай-ка добавлю, наверное, да. Да, места, наверное, надо добавлять. Mm-hmm. Всяких жнецов отключаем. Тут герои дороже, чем сама игра. Что, жнецов не будет? Ну, это всегда. Лёха такой расстроенный. Тут залетел. Это я. Да, сделаем. Удается каждому игроку 3 персонажа случайных, и он из них будет выбирать. Ага. Что за талисман? Так, и... Настолка. Так. И... Короче, меня на релизе не ждите. Окей. А, персонаж случайно. У меня комп сломался. Ну, жестко. Винда полетела. Я не знаю, что-нибудь. Переустанавливай. А, вот, готов. А, там квадратик только нажать надо. Да, справа. Только у вас что-то его не видно. Все,
Начать игру. Три жабы, ебать. Ебать мне дали, бляха-муха. Говнище вонючее, блядь. А че из этого отбирать? Джин, мастер боевого искусства. А, это я? Я думаю, нихрена себе, у тебя то же самое, что? Я выбираю. Там три выбрать можно. Ну, выбирай. Ой, бля. Ну, думаю, вот этого надо, блин. Чё ты, чувак, умеешь-то? О, лысого-то. Я, кстати, что-то стал читать их, я почти заснул. Типа, долго там. Ну да, ну вот сейчас три нормально. Рывок, когда вы попадаете на деление спина, ваш рывок, и на следующий день там разбираешься. Чего, блядь? Сил, бля, ну говнище, просто говнище. А Джин что умеет? Я вот сейчас просто... Я сейчас вот просто вангую, знаете, я вот... Не останется пророчица, как всегда, женщина. Не, почему я последний выбираю? Не, это же это... Мне дали три персонажа, я из них выбираю. А дальше потом вам трех дадут. А, да? То есть так работает? Я думал, да. Кто, что останется. Так, не-не. Вермитайди за ведьмочку играю. За бабулю. За бабулю, да. Ни хрена не понял, чтобы получить. Ну, бля, ну вот это... А провидица что имеет? А это какой нейтральный? Нейтральный. Ну, похрен на Джин буду. Джинни из Аладдина, ебать. Friend like me, блядь. О, сойдет. Зачем гаечный ключ дали? О, я выбираю. Мне заклинание дали. Вы не видите, какие у меня заклинания. Друид, вор, мастер. Бля, он чего-то хочет от нас, ебать. По-любому. О. Блин, у меня все вот не помещается, мои имена в играх. Не, ну тут более-менее нормально обрезали. Сенсей Дэвилл. Хотя бы точки не ставили. Такие шикарные персонажи, что Лёха даже не знает, кого взять. О! Священник-тролль. Миссионистка. Почему это Мише не досталось? Как здесь читать описание? А там у тебя справа появляется такая штучка. Кнопочка. Тут еще характер есть у персонажей. Да. Характер добрый. Сейчас Миша с Бержераком придет, блядь. А он мне, короче, что-то пишет Бержерак. Я думаю, чего, блядь, какой Бержерак? Ты о чем, Миша, блядь? Потом мне присылает картинку. Коньяк Бержерак, блядь. Ну, ясно. Я сейчас думал, блин, что мы можем сэкономить еще где-то рублей 300. Оказывается, нет. На чем ты хотел сэкономить? Ну вот, на премиум пассе. Чтобы премиум пас только взять. Бери прищаву, не ошибешься.
Я не знаю, как там священник, на самом деле. Ну ладно, подслушаем советы. Я практически на шару взял, чисто поджать. Так. А, ага. Кидаем кубик. Шестерочка. И что у нас тут? Я что-то уже забыл. О, Саня, здорово. Ну давай здесь. Вот отшельник. Вот куда я сейчас кубик кину, он туда перейдет. Угу. Вот у этого отшельника можно забрать талисман. А суть талисмана? Чтоб ты мог пройти... Вот видишь, посередине вот, вот это, где башня? Давай, выбрасывай его быстрее. Ну, поехал в склеп. Это будет вон внизу... А, склеп там. Вот видишь, в средней локации там дверь такая большая. Вот чтобы через нее пройти, надо иметь талисман. Как минимум. Ну, как минимум, он в самом центре талисман, когда ты дверь тогда откроешь. Не-не, это корона, всевластие. Не-не, ну вот этот чувак, он ушел в центр. А, ну ты отшельник. Туда... А, ну это уже это все, да. Это эпик фейл, ебать. Вот шар знаний — прикольная штука. То есть ты тянешь какую-нибудь карту. Ну да, да. И если там, допустим, сильный враг, ты можешь его отменить и взять другую вместо нее. Угу. Кстати, можно приблизиться. Пошли драться. Прикольно прям сделаны эти фигурки. Че, куда пилять? Ну смотри, вот ты можешь пойти к Лехе. Угу. К нему пойдешь, можешь либо с ним подраться, либо на местность. Внизу, а ты злой, наверное, да? Внизу храм. Я... Нет, храм... я, по-моему, нейтральный. Посмотри, у тебя там должен быть опис. Да, нейтральный. Нейтральный, да. А, ну вот, можно... Чё внизу? Внизу там храм. Там чё я, блядь? Я не помню. Ну, наведи там, тебе будет написано, что там. Только два раза не щёлкай. 1-4 блока. А, нейтральный, слышит, да. 5 получает одну жизнь, 6 получает одно заклинание. Ну вот, либо можешь восстановить жизни, но у тебя полный. Либо ну, короче, это... я выбираю Леху. Как с Лехой подраться? А смысл у тебя драться нет? Ну можешь, конечно, ему навалять его. Не знаю, посмотрю, что будет. А, ну можешь у него шар спиздить, да. Перейти сюда, нажимать. Да, к нему. И нажать, чтобы не на локацию, а на него. Вов, ты смотри, здесь... я тоже могу вещи красить, я за вора играю. Да, да, я кстати. Лёха, Лёха, это пугает его. Встретиться с персонажем. Да. Битва. Ого, нахрич, блин, года. Лёха, удирает его. Быстрее ноги, пизды, не боятся. Опа. Что дальше? Да, это... А зачем ты перебросил? Без понятия. Ты и так побеждал же, видишь, показатель атаки мне. А я не знаю, кубик фиолетовый засветился. Ну все, нажимай. Быстро нажать. Нет, продолжим. Ну да. Лёха на ту же перебросил, слышь. Он может забрать либо деньги у него, либо магический шар. А вор. Тут еще есть третья карточка вор. Нельзя забрать. Вора нельзя забрать. Я умираю. Вора, вора, не можешь у него взять. Но тебе выгоднее взять у него какую-нибудь шнягу. Вот эту. А шар, если, вор, если вора, то жизнь заберешь, да. Так бери шар. Давай шар. Тут же обменивают на одну золотую или... Короче, забираю шар. Если вор такой бесполезный, то есть два раза не работает на карточку. Чтобы без кликов не было. Там первый замес. Жилицы успели побить. Завершение хода тебе вроде надо сделать, да? А, да, да, все. И суть нет этого шара. Ты можешь отменить потом какую-нибудь херню неприятную. Правда, следующая карта, которая выпадет, он обязательно ее принимает. Да.
Что это за смазка? Зелье сила. Ну, типа, силу добавляй в бою на 2. На 2 до конца хода. Мне бы такая против Вовы понадобилась бы. О, базарный день, кстати. Можно это купить сейчас на базаре что-нибудь. А джин, кстати, неплохой. Ты играешь за него 5 минут, в смысле? Не, ну вот я об этом и это... Как коллегу попасть? Фляжка прикольная. Коллегу? А, кстати, там какой-то круг надо нам сделать с тобой. Там, типа, получается... Надо ему навалять. Вдвоем. Леха меня обокрасит, может, я гляжу. А, сейчас прям? А, нет, это ты можешь обокрасить. Как что-то украсть из базара. Просто так взять. Че себе? Я думал, меня, блин. Я ж напрягся, думаю. Ну-ка. Ни хрена себе. Вот, видишь, топор. Топор в лесу, если выпадает шестерка, можно сделать плот. Так у нас этого всего нету. Зачем ты нам? Так Леха сейчас вот может спереть что-то. Уже спер. Не-не, я выбираю что-то еще. Неожиданно просто заход так. А, ну вот, смотрите, это оружие. Доспехи, вон это... Шлем, если тебя победили, чтобы не терять жизнь, ты выкидаешь еще кубик. Если у тебя выпадает 6, типа шлем помогает тебе. Да, или да. 5. Ага. Щит... Нет, щит уже расширяет твои возможности. Не только 5, не только 6, а еще пятерка добавляет. А, ладно, пишется. А зачем вот эти в желтых пятерки написаны? Это золото сколько стоит? Разве? Думаю, да. А, ну, блин, не знаю, нет. Ну, скорее всего, да. Так. Не, ну, а смысл? Нет, нет, хотя нет. Странно, что не все меч по 5. Меч стоит 1. Ну, не знаю, это, видимо, тип карты. Или, может, мне выбросить надо будет пятерку? Здорово, народ. Не-не-не, привет. Там пишется, а если вам осталось 6, это что-то другое. Давай попробуем. А, вон доспехи вообще самые прикольные. 4, 5, 6. Броня. Может, да, ну, то есть, если выпадает половину кубика, то... Давай посмотрим, вода. Как будет работать. О, смотри-ка. Вон плот можно купить, кстати. В смысле, еще могу, что ли? А, купить я могу. А, ну ты... Нет, видишь, ты одно можешь спиздить, а другое купить. Сам прикол. Не, снизу подписано, что чего стоит. Только значит что-то другое, значит. Ну, это, видимо, тип колоды или что-то такое. А Может, за нас зайдем, чтоб с Мишей. Смысл покупать, если можно спиздить. Давайте. Приглашайте. Да, заново давайте, давай. Давай, заново. Заново, будешь играть? Давайте. Знаю, распускай. Тяжеловато это будет назвать игрой, но. В смысле? Не, она такая. Можешь по авкашу играть. Нет, да, господи, кидаешь кубик, блин, и говоришь, что делаешь, все. Она угарная, она вот комментарии именно, когда отпускаешь, вот это самое жаль. Да, да, да. Что-то ты не то сделал. А он вышел, он за компа теперь. А я сейчас удалю. Нет? Нет, я не могу ее удалить. Короче, выходим. Да, Минюшка, выходите. Давай, приглашай. Сейчас. Блядь, новое вообще это не то. Миша шипит, блин, ё-моё. Пошипливает прямо. Нормально. Так, о. Так, Архангена. Миша есть. Рейнена, Р. И СМ. Все, всех пригласил. Ну, также случайно пусть будет 3 штуки, чтобы выбирать. О! Я теперь не только я буду обрезанным. Архангел Ми. Мими. Ну что, готов? Архангел Ми. Так, сейчас. Погнали. А, все. Бля. Вот это посреди, блядь, блядь.
чудика, блин. Если шаман был отдельно, то он стопа должен быть крутым, блин. Вы можете не бросать в лесу, можете избегать связи с существами персонажем чаще лесу, в начале своего хода, находясь в связи с комнатой, можете потратить одну сумму, можете принять облик медведя, совы и гепарда. Медведь добавляет 2 к вашей силе, сова добавляет 2 к вашему умению. Гепард после... позволяет а после... А что здесь надо выбрать, что это такое? Нет, я выбираю сначала. Трех героев выбираю, за кого буду я играть. Так. В смысле, ты выбираешь? За кого я буду играть? Три на выбор карты. Ну, чтобы интересно было, мы изучали героев. Если вы протеете жабы, то можете вернуть человеческий опыт в начале следующего хода. Бля, шаман, кстати, неплохой. А кто там еще есть? Шут, блядь. Ну, черная ведьма, нахер она не знаю. Ну, шут, потрясение. Че там? Шаман. Добрый, плохой. Нейтральный. Ну, похрен, буду за шамана, ебать. Превращаться в животных. Да? А вот внизу написано город. Вот. Визит волшебницу. Бросится один кубик. Первый превращайте в жабу. Второй теряете. Ну, это пока это. Не бери в голову. Это просто на карте локация нажата, и он объясняет эту локацию. Ну давай, я возьму шаман. Теперь кто выбирает? Вова. Вова, священники, монархи, волшебники. Принимает. Хороший рандом. Да и в этот раз хуже, реально. Этот, какого? Господи, как же его? Джинни-то прикольный, на самом деле, оказывается. Волшебник, чародейка, монах. Что был поединок воли? Тут же нету воли. Вот сам воли. Хер пойми, блин. Ну, вот умение, если воля. Вот я не понимаю, о чем они пишут сам. Ну, это, видимо... Вов, не парься, все просто здесь. Ну, друг с другом воюешь когда. На воле здесь при чем? Здесь нет такого либо показателя. Либо умением, через умение. Вот я не понимаю, на английском все раньше понятно было. Они как-то неудачно перевели. Опять, то можно начать поединок воли. А, ну мне кажется, это умение. Короче, это кубик, умение. По-моему, перебрасывать второй раз. Не-не-не, это... Нам... Не-не-не, это вот мне кажется через синий вот этот крафт. Да, умение, скорее всего. Потому что волшебники, они у них умение выше всегда. Умение к силе, вот здесь вот нормально переведено. Короче. А как? Волшебничься? Ну а чё? Кого ты ещё предлагаешь здесь? Я без понятия. Вот я без понятия. Я так прочитать не могу их. Вон, видишь, кладбище, волшебник... А, ты злой, что ли? Ну да. А дальше кто? А, вытяни заклинание. Не. А, вон. У тебя 2 заклинания? Да. Ну, читай их пока, чтобы понять, когда их можно воспользоваться ими. А где их читать? Лёха, это, имбу сейчас возьму. Бери гоблина шамана с пузом, блядь. Я Миша же выбирает. А, Миша? Миш, ну, зимба. Я хочу выбрать. Смотреть карты персонажа. Ну, нажми. А, вот он. Гоблин шаман. Вообще такой какой-то, блядь.
Если играть в пробную версию революции и потом скачать настоящую, она продолжится прогресс? Думаю, да. Не глядя, вурдалака. Ну ладно, баба, взял бабенку бы. Так, принять облик. Волк превращаюсь. И в кого он там? А, на вас. Если драться будешь. Эх, ни хрена, я фигу теряю, что ли? Ну, по идее, да. Бай, такой гепард, пиздец, смотрите. Котенок какой-то. Сурикат какой-то. Убегаю от этого, от Миши. Порубит. Так чё, как в центр попадать? Куда ходить? Центр. Либо в лесу с топором выкинуть шестерку, ты построишь плот. Либо купить плот. Либо в таверне, это правый верхний угол, выкинуть шестерку, тебя тогда паромщик перекинет. Да, там такие вот. Либо штуки. Пройти, вот видите, такой рыцарь стоит вот внизу, слева от Лёхи, от Вовы. Но его победить надо прокачаться. Просто так его не победить. У него 9 силы. Смотрите, я на Вове сверху сижу. Ты реши, прими решение-то, принимает решение. Ну я это... Думаю. Чекну музыку. Сейчас, у меня вроде бы она есть. Сейчас я... Блядь. Ну да, у меня музыка не нету. Так, сейчас. Я вот думаю, что делать-то. Ну давай наверх пойдем. Наемник. Он, короче, за деньги добавляет 3 силы. Блять, лучше бы я не превращался в это говно, блять. Ну ладно, похрен, пробуем. Чё вот это правое? Вот правое — это город. В городе... Ну нажми на город. Да можно же посмотреть. Деревня. Вот, деревня. И там все написано, что ты можешь сделать. Кузнецу — это купить вот эти предметы. Либо к мистику вон сходить. Становитесь злым, 2-3 мини. А если пошел налево, бы карту одну вытянул бы. Ну, уже поздно. Ну, я уже понял. О, получите одно заклинание. Лучше бы мне не дали. Бывает. Мистик тебя не стоит, но... Ты перебросил. Там слишком много раз кубики покидает. Да он перекинул, он любит перекидывать. Если есть. Ему нравится процесс кидания кубики. Рандом нравится. И там карту будешь вытягивать. А вот это что подмигивает? А, у меня вот человечек и в лесу. А, вот смотри, в лесу, вверху и внизу ты будешь, по-моему, вытягивать карту. А я чем его... разница? Вот тут человек мигает, и у меня лес мигает. Ну я говорю, по-моему, в обоих. Ну наведи на лес один раз, нажми. Тяните одну карту. Да, и внизу будешь тянуть одну карту. Любую, то есть одну и ту же. Куда хочешь, туда иди. Не знаю, да. Музыка, музыка, музыка. Так она работает. Ну, сейчас проверим. Ну, мне больше нравится этот зелененький. А. Как пойти-то? Там перейти справа сюда. Продолжим. Перейти. Мосцеп. Машинки. Спасибо, Саня. Ну, я взял Святой Грааль. Святой Грааль не может этот, добавить одну, один к своему умению. Вы не теряете жизнь в пустыне. И что? Ну, и что мне с этой картой делать? А ты злой или добрый? Я нейтральный. А, нейтральный. Ну, бери её, продолжи. Не, мне кажется, ты... Ну, нажми встретиться. У меня встретиться, да. Взять предмет. Завершить ход. Ну, чё так пятенько? Ну да, ты завершил ход. Карта одна есть. Я могу её использовать, нет, эта карта? Да. Так, сейчас я потише музыку сделаю, а то ни хрена не слышу. А в какой ход я могу его, когда использовать, а для чего он вообще эти карты использует? В бою, либо когда в пустыне ты можешь его, он тебе пассивно дает, не дает умирать.
А вот это что такое кинул там треугольник? Это единичка. А? Это единичка. Это неудача называется. Это такая единичка? Да. Своеобразная единичка. И там, по-моему, одинаковые. О, в пещере либо можно золото найти, либо гоблина, либо дракона. Либо пизду получить, я вон. О, гоблина, своего брата найду. Заблудиться на один ход. Давайте, я хочу. Единичку. Шестерку. Ни хрена себе, три золотых, ебать. Лёха, сбогатил, ебать. Мне нравится. А, ходит барсук, блядь, какой-нибудь. Сурикат, сурикат. Так, а чё я не могу превратиться, блядь, назад? Верните мне, блядь, обе человека, блядь. Тебе так больше идет. Ну, бросай кубики. Да, блин, обычно мне показывало, что, типа, я могу это. Сейчас я сделаю. Могу это. Ну, хрен с ним. А, видимо, когда я использую эти... А почему у Вовы закрытая карта? Я не вижу, какие у него две карты. А у него два заклинания, потому что... Грабители. Но у меня нету золота. Хрен им, блядь. Видите, как у... Гопота, блядь, отпал. Такие в трико, блядь. Даже отбирать нечего. Миша тоже в трико. Слышь, барсук, деньги есть, а если найдем их? Вали отсюда, барсук, нихера у тебя нет, блядь. Нашли в голову красть. О. Давай, Гэндальф. Куда дальше, блядь? Я могу, кстати, на красные зоны. Вот этот волшебник не может... Ну, он может в монастырь, но он там потеряет эту... Жить, что значит вулкан? Скрытый дом? Нет, ты туда не можешь пройти. Это тебе показывает, если бы ты прошел через вот этого стражника. Почему она мне красна? Ну что, то, что сначала надо пройти в стражника. Я понял. Вот заебись, Иван. Интересный исход. Всего два и всего девять, Иван. Автопроигрыш. Автопроигрыш. Оружие решение. Отлично, по-моему, да. Тебе надо качать силу, Вов. Ты должен предмет. Так, а что произошло? Качать? Он выбыл из игры, закончил ход или что произошло? Не, он потерял одну жизнь. Покупаешь предметы на силу, раскачиваешь себе силу. А где их покупать? Ну, вон в тавернах там всяких, магазинах. Миш ходит. В таверне бросаешь кубик, а там вытянешь карту. А нельзя заранее посмотреть, что в таверне? В таверне? Ну, там ну, или где-нибудь. Так там написано, вот, бросить один кубик. И его получишь, и результат он покажет. А там либо, а там карту вытягиваешь. Миш, ты там что делаешь? Да думаю, тут перечислено, что это за 1, 2, 3, 4, 6. Ну смотри, вот 1, 2, 3, 4, 5, 6 на кубики выпадает, ага. И что ты получишь? Если вот, туда напьешься, шагнуть, да? Засыпаешь в углу и правый пропускаешь. А лучше это вот эти по картам ходить или все-таки в углы эти заходить? Ну, лучше по картам, потому что можешь деньги вытащить и будешь драться. Там случайное событие просто. Да, там случайно. Там непонятно, что ты вытащишь. Ты можешь меч какой-нибудь прикольный вытащить. Но в данном случае я пошел вытягивать карту. В смысле, в угол? Не, влево, влево. Ну, а там... Там чисто на удачу что ли. Ты можешь уснуть вон, можешь подраться с фермером просто так, либо золотой получить, либо потерять золотой. А я могу перебросить кубик, и что у меня произойдет, если я переброшу? Может выпасть 2-5, может другое число выпасть. Нет, а в смысле переброшу? Нет, ты потеряешь одну судьбу. У тебя ограниченное количество судьбы. А, я понял, все, ну нафиг. Судьба это фиолетовая? Да. Во, видишь, шлем нашел. Подобрал такой. Ну вот если ты будешь драться, тебя победят, ты в конце хода кинешь кубик, если выпадешь шестерка, то ты не потеряешь жизнь.
мне уже, знаете, мне уже как бы это памятник, и там этот с надгробием бегаю со своим уже. То есть мне нормально. Че? Ну типа я уже мертв. Нормально я хожу, пацаны. По единичке. Ну блин, уходи. Прикольно. К этому к Вове со стражником не пойду. А чё, там их двое уже. Не, а там ты можешь просто забрать карту, либо с ним подраться. А ты перебросил. С кем подраться? Да зачем? А я, может, вот в кладбище пойду. У меня как раз есть этот. Так у меня надгробие есть, я сейчас памятник пойду. Эту... Там поставлю. Восстанавливать эту, как ее. Судьбу сложно. За, блин, да иди к Вове, ты можешь карту там вытянуть. Ты не можешь, можешь с ним не драться, ты можешь карту там вытянуть. А подождите, а кто я? Ты бурдалак, внизу. Не-не-не, характер, у меня злой характер, блин. У тебя злой. Ну. Если я злой, значит я бесплатно восстанавливаю судьбу до предела. Но у тебя уже по максимуму судьбы. Ты не сможешь восстановить. Я могу. Здорово, вы серьезно? Надзима, морда, здорово. Да, трещи. Ладно, пойду к этим, к ребятам. Здорово, пацаны. Встретиться на деление, встретиться с персонажем. Если с персонажем будешь драться. С персонажем-то я по-любому драться, поэтому я на делении буду драться со стражником, да? А нет, не буду. Нет, это бы он сгорел, будешь драться. Опа. С Кинг-Конгом, блин. Ужас на круг. Сила 3, кстати, да. А у него сила 2. А я, да, а я это просто бомж. Бурдавак, блин, духовый, блин. Что трясётся, стоит весело. С памятником. Давай, кидай, Лёх. Все, надгробим, как ебану. Двоечка, ну не густо, не густо, ебать. Ну, блин, у него ещё силы больше. Можно перекинуть. Да-да-да. Сейчас есть смысл перекинуть. Надо перекидывать. О, хороший бэ. Видишь, очки атаки 8, а у него 6. Все, блин, сгорел. Лёха отбился от макаки, бэ. Да. Забирает ее. Он мне достижение. Олег, как думаешь, провести W? Не-не-не, только не W. Хорош, это же вообще вынос мозга. Мне придется отключить. Можешь кого кратко провести? Описать игру? Ну, настолько прикольная, которая ходишь, там, трещишь. Против компа, конечно, не интересно, надо либо... Можно в шестером играть на одном компе, можно по сети играть. Так, опять барсук что ходит, блин. Когда я, блин, нормального превращусь, блин? Чё с ним не так, блин? Я должен использовать кубик, что ли, чтобы это... Чтобы он исчез. Ну ты ж как-то превратился. Ну может... давайте, вот плюс один. Вот, теперь дальше, да? Ну давай сюда. А, ну давайте я тогда сразу использую, потому что мне нахер барсук нужен. Нет, мне так. Ну ладно, я уже. Ебать перебросил, блядь. Коронная фразочка. А что вот это значит, крестик 2 у тебя там? Сука, в лес пошел. Я сам не пойму, я первый раз за этого персонажа играю. Попадает разбойник. Ну, в виде ягуара я могу добавлять кубику. 2 очка. Один, падает разборник силы 4. Ну-ка, ну-ка. Опа. Зайку. Ты деньги просишь. Ты ему деньги то кому? Да. Которых нет. Там можно было обойти. Не, вот, кстати, можно обойти. Обойти, реально? Нет, показалось. Да. Не, там можно было обойти, по-моему. Ебать. Ну, уже явно поздно. Ну, давай. Ебать. Ну, у него шестерка, ловко, чё? Да. Нахера я пробрасывал. Не, ну вдруг? Вдруг? Бля, что-то я не знаю, как за шаман играть. О! Стал нормальным. Завершай ход. Да, зато нормально. Хорош. А, это типа мне пиздюли даже? Да, тоже нормально. Хорошее превращение. Так, это кто? А, Вова. Начинается, блин. Мне скучно. Вот, можно там обойти? Да, вот, обойду. А чё, я ж хотел подраться. А хотеть не вредно, ёй. Чё случилось? А я обошёл. Почему вы не дрались? Я обошёл. Нечестно. Нормально. Обошёл. Давай сражаться. Ты в этого... Вот так профукал ход, ебай. Олег, ты в суриката превратился и под этим, под юбку этого спрятался, Вова. Он тебя не увидел.
Там и там, Миша, одинаково будет. Да, случайно карта будет. И чё, сколько раз он может обходить персонаж? Ну, хрен его знает. Ну, всегда, видимо. То есть подраться вообще никогда без вариантов? Если я не захочу, да. Вов, иди ко мне, подерёмся. Это будет... Миша, сейчас приду, золотишко нашёл. Я только этим надгробием могу драться. Нормально, сойдет, подерёмся. Ну, у меня прибавилось сейчас золото или нет? Да. Да, единичку тебе прибавилось. Одна штучка прибавилась, да? Да, два стало. Опа. Ходит магнат. Да, да, да. Четыре. С макакой, блин. Да. Горы. Нападает дух. Заблудился. А золото для чего нужно? Покупать вещь. Вон, покупать наемников. Там, талисман можно купить. Только шестерку. Ладно. Так уж и быть. Безопасно. Безопасно. Просто походил. Просто погулял. А, я. Так, ладно. Пойду-ка я обычным способом. На двоих. Так, и... Ух ты. Женщина нашел. Персонаж на этом регионе пропускает ход. Так, все отдыхаем. Смотрим на телку. Понятно. И спим. А зачем ты там все писать, кто-то принимает решение? Чтобы ходы были, чтобы все понимали, что происходит. Да. А смысл, я бросаю кубы? Ну, все пропустили ход. Так, ты следующий ходишь после... Так ты же должен Олега. Ходить. Нет, я же не пропустил, я пошел. Он же сирену надыбал, а она ему говорит, так, никто из вас больше не двигается. Смысл это использовать? Кинуть карты. Так она автоматически использует. А сколько максимально карт может нет, быть? Нет, так я не ходил, ходит Вова вот как раз. Сколько максимально карт может быть в колоде? Да, везде, сколько угодно. Именно в этих заклинаний зависит от твоего умения, по-моему, или что-то там. Ну а вот тяните две походу. Карты, это что? Ну, бери, тяни две карты. Штук 6 вещей, может, или 5. Потом, о, талисман уже взял. Это круто. Долина, да, можешь. А потом ослик понадобится. Какой ослик? И смазка, нормально. Ну, видите, даже силу на 2 до конца хода. Полезно, полезно. Для долины, смазка. Для долины смазочку уже, все. Талисман забирай. Взять предмет. Чё, Вова, ну, такой? Чё ещё раз, ну, ну чё, страдать так страдать, не беру его. Как разбудить один из легендарных талисманов? Разбудить? Ну да. Ну там написано, в долину вы можете войти, когда разбудите один из легендарных талисманов. Ну вот, один талисман ты разбудил. То есть это он и есть. Да, да, да. Ты вот через ворота должен там пройти, видишь, такие здоровые. Легендарно, да. Ну, чё... там и там одинаково, да? Mm-hmm. Да, только ты вот поближе ко мне будешь. Мы сможем увидеться и посмотреть друг на друга. Или поближе ко мне. Лёха. Лёха, камушек. Лёха вообще угарный. С камнем ходит. О, амулет. Понятно. А, вот ты не можешь никакие заклинания применять. И на него не действует. Ну и да, на тебя не действует, если возьмешь. Декольте женщины. А я не могу не взять. Ну да, нет, можешь не взять. Не, ну вон, ниже не брать есть. Прикольная штука. Вон, ниже не брать. А это, Миша дерется чисто за счет силы? Миша дерется чисто за счет меча и книга. Не, ну за счет силы у него все происходит. Так. Ну за счет всего у него есть и умение, и сила. У него даже умение не обратно. Но есть у него суммируется что-то. У него какой-то. О, опять. Саня опять жахнул. Или это?
Или это по кругу пошло? Нет, ты жахнул, или это по кругу пошло? Заблудился. Ладно, я постою. Один ход пропускаем. А ничего, мне нормально, мне интересно. Можешь принять облик. А чего вы от меня все убегаете? Саша, по кругу. А как получается, Миш, я не знаю. Принять облик. Олег, принимай облик. Да так, мне сейчас кажется, Олег пожалеет об этом. Не. Принимаю облик. Я пойду лучше. Хотя можно этого. Может, с кем-нибудь нормальным будешь. Сам убери. Опа. Чубака. Да, прикольная песня. Сила 4 у меня стала. Снежный человек какой-то. На шестерку, ничего себе ты там. О, хорош, озер жизни. Я жизнь восстанавливаю. Вот каждый, кто сюда потом зайдет, он восстановит одну жизнь. Получит одну жизнь. Или получит, или восстановит. Получит. Получит одну жизнь. Вот я иду к тебе. Жизнь — это зелененькая, зелененький квадратик. Да, понял. А как получить жизнь? С делением встречаюсь. На деление, да. А этот убежит, если я с ним драться буду? С кем? Получай жизнь. Жизнь не просто так это, получить-то. Ладно, уговорил. Там осталось еще две, по-моему, жизни. Драться не буду. Так что, как только за счет карт дополнительных можно повышать умения и прочее? Скиллы, статус, да. Силу, умения. Ну, да. Карт, вот. Дополнительных карт там. Убитый. Вот такие эти, как их... Че, Миша? У него дух нападает. Как его? За счет таких вот фонтанов жизни. А, Миша решает, куда идти. Фонтан, а там силы. Вас вводит один. Нападает дух с умением. Бей духа. А я, если убью духа с умением 4. Ну, нормально. Красавчик. У тебя есть шанс, кстати, 3 против 4. Плюс еще, если он выкинет, ну, да. Выкинет не шестерку, 4, конечно. 4. Не, у Миши же 4 умения. А, умение. Синенькое. А, все, я понял, да, я на силу посмотрел. Ну, попробуем, что делать, что бегать давайте. Мне, я сюда шагнул, что мне бросать опять кубик, что ли? Ну, да. А персонажем считается вот этот вот получаешь одну силу. Чего? Солдатик считается персонажем? Ну, вот этот переход охраняющий. Нет. Нет, он не персонаж. Не персонаж, это мы. У кого? Ну, мало ли. Нет. Я пытался, мне не понравилось. Мы в субботу будем стримить Battlefield 1. Отречать, бегать его. Так вы купили его, что ли? Конечно. Нет. Нет еще. Олег уже все спланировал. Как бичей, бы. Пробную версию херачить, а потом мы купим. Пробная версия? Да, 10 часов бесплатно. О-о-о. Миша такого банального. Там, я посмотрел, там ни хреново производители, эти разработчики хотят заработать на этом Battlefield. Они уже заработали. Да там же сейчас скидка. Не, и вот им не жалко дать, они знают свое дело, реально. Так, я хожу, что ли? Да. Принимай решение. О, единичка. Давай драться. Не могу. Тебе Олег порвет, у него 4 силы. Ну я-то не по силе дерусь. А слушай, там, да, у него же там всякие штуки. Ну там, кстати, у Origin вообще сейчас до хрена всего этих. Скидок. Ну да. Док мистикуй. Вот его Кинг-Конг в кармане лежит. Такой завалялся. Опа. Становитесь злым. Нормально. Сойдет вы. Я злой медведь. Злой Чубака. А в чем плюс? Один Леха добрый. Ой, один Миша добрый. Три вида персонажей. Я теперь могу в этом на кладбище пополнять эти. Судьбу. Господи, судьбу, да. О, пизделка будет смотреть. Проверяйте. Вот, да, поединок воли, это умение. Ну,
меня умение-то, конечно, да. Да, два у меня. Ну, достаточно нормальное умение, кстати. Как я нафармил? Учитывая, что я, блядь... А, ты... Умение 5 у него, да, действительно 5. Ну, чё, как драться? Продолжить про секуби. А единицы. Отлично, ебать. Кинул, блядь. Ну, сейчас посмотрим, ну-ка. Два аутиста. Бойцы, пиздец, ебать. Вот это сложно. А я не могу перебросить, да? А, ты не можешь? А зачем я перебросил? А почему ты не можешь? Ну, а, если, ну наверное, у него уже выпало больше. Скорее всего, да, просто из-за того, что да, не подойдет. Не все равно сойдет. А, не, хотя могу, нет, могу. Вот, вот, вот. Это... Ну тебе шестерка. Какая шестерка? Везучий. Ладно, бери золото и уходи. А что, если я Леха заберу? Одну жизнь заберешь. Он потеряет одну жизнь. А сколько у него жизней? 4. А он сдохнет, если все жизни закончатся. Да, да, мне рандомного персонажа опять дадут. То есть убивать вообще нет. Нет, по-моему, сдохнешь. Официально. Не, я смогу играть, я перерождусь только другим персонажем. Да? Да. А, ну кстати, да, это первый раз, а второй раз. А мне кажется, Леха обманывает, что. А я не знаю, что второй раз. Не, да, да, я помню, была такая штука. Еее. Хоть с кем-то подрался. Монетку. Ну как подрался? Два раза единичку выкинул я, красава, конечно. Ничего не знаю. Lucky man, блин. Кидай, кто там? А. Миша, иди драться. О! Напихай теперь Вове его. Отними у него животишко. А что за красное во втором кругу мигает? Иди, дерись. Не иди туда. Это ты должен сначала стражи победить, но ты его не победишь сейчас. Тянется, ну... Ну, чё, давай. Тусовка такая. Да, да. Всё, парни, что такое встретиться на делении и встретиться с персонажем? Встретиться на делении, ты на деление пойдешь, а с персонажем это ты с ними встретишься. Он будет выбирать, с кем встречаться, кстати. Объяснил. Просто отрезал. Что такое встретиться? Это встречаешься на делении с ними. Ну, нет, не с ними. Это ты идешь на деление и выполняешь вот это. Ну просто ничего не произойдет, если ты на деление. А с персонажем ты с ними поверишься. Деление произойдет то, что должно быть на деление. А с персонажем это ты с ними будешь встречаться. Ну, драться. С кем-то из них. С обоими, что ли? Нет, с кем-то из них. С одним из нас. Выбирать. Ты выбираешь, по-моему. Не, у Вова, Вова, у Вова талисман есть. Я бы... Смотрите, какой красавчик справа. Учитывая, что ты это... Справа, бородатый красавчик. Так талисман для звук, по-моему, только работает. А он добрый. Не, а вообще-то у меня работает. Есть талисман. Нельзя использовать. Не, у тебя талисман нет. А, у тебя амулет. А у него талисман, чтобы вовнутрь зайти. Да бей его нахрен. У тебя есть какая-то сила там. Сила, да. Скрытый удар, скрытый удар. А, нет, ты тогда... Он по кубикам. Я не помню, скрытый удар, ты, по-моему, тогда ничего не забираешь. Сила один. Ты по кубикам. А как мне его убить? Интересно. Что мне надо сделать? Да короче, слева, скрытый слева удар, жми. Отменить. Подожди, нажми. Какой скрытый удар? Отменить, нажми сейчас. Сейчас отменить нажать? Да. Ну, вот у тебя скрытый удар вас. А где это? Справа. Справа. Продолжи скрытый удар, рассмотри. А, ты добавишь к силе 3 еще и кубики. Куда ему 3 еще? Ну, по-моему, смотри, или что-то такое, да. Я не помню. А, вот, ты отнимешь 3 у него. Жестко, вот, все, жестко, я же говорю, тройка там что. Минус Вова просто. Инстант. На мне это что? Кидай. Бросить кубики. 5, 9. Ну то есть Вова помер, ебать. Ну у меня тогда жизни еще дофигища. Продолжи. Нажимай продолжить. Вот я не помню, со скрытым ударом ты можешь у него что-то забрать? Или... А, ты можешь забрать. Ну вообще. Талисман у него забрать. А зачем тебе талисман? Бери он смазку. Да. Ну бери, я бы амулет забрал. Золото у тебя есть. Ну вот этот талисман я бы забрал. Чтобы вот попасть вот туда к короне, нужен талисман. Ну да. А искать его бывает долго. По кругу все друг друга это.
О, теперь отработали, я хожу, наконец-то. Я ход пропустил, потом получил от Вовы и теперь хожу. Мне круто, мне нравится. Все выходные будет ботва один. Лёха, я отпустил. Ну да, в субботу, в пятницу начнём, в субботу продолжим. Воскресенье только не будет. О, сюда ну да, видимо, воскресенье. А пока не в чего играть, блин, на самом деле. Верментайт будет на следующей неделе. Опа, портал. Блин, ну чё-то... Ну жми, и туда переместишься. Можешь не бросать. Вот, пещеру Ковдуна. Вот, кстати, сейчас получишь задание, за которое он тебе талисман отдаст. Так, кто отдаст талисман? Ковдун. Ага. Ни хрена себе. Вот, брось кубик. Распределили роли. Старкрафт? Да не, какой Старкрафт? Не. Лёх, ты здесь? Да, я читаю просто. А. Нормально. Вот, тебе надо сбросить 2 золотых. Ага. И у тебя талисман будет. Да? Да. Ну, да, талисман для входа, 2 золотых сбросит, он вообще не восстановится, подожди. Почему а ему талисман... не восстановится? Команда старая. Золото надо будет, чтобы покупать вещи, он и так дохленький. Да не надо, вещи-то, господи, можно найти. Нормально, я, он такой дохленький. Да, он дохленький, на самом деле. Так что вот, тебе понадобится. Я за судьбу перебросил. Не, нет, нормально, 2 золотых, это нормально. Это вы посмотрите, почему я кидаю одинаковые постоянно штуки, блин. Я не знаю, Лёха. С того, что я тебе с самого начала говорил, скинь 2 золотых, надо. Я что, знал, что я выкину снова 6? Я просто такой удачливый, просто вообще. Постоянно кидаю одни и те же кости. Так, опять медвежонок хвалили. Давай, медведь. Паддингтон, блядь. Тебе там спячку пора зимнюю, по-моему. Пятерка. Пройду-ка я мимо от вас, какие-то агрессивные. Так ты в другую сторону можешь. Ну вот я туда и хочу. А я могу на Вову опять напасть? Ну да, здесь отлично. Если выпадет ноль. Чародея. Можешь телепузики. Пофармить на Вову. Я не знаю, что-то... Телепузики там 80% времени бегаешь по пустому пространству, да. И тебя еще свои могут завалить. Самое обидное. Телепузики это который хоррор или какой? Да. Да. Я вообще не понимаю. Нет, не знаю, когда. Как назвали этой игрой. Слушай, телепузики. Не, ну как бы задумка неплохая, но вот реализация что-то. А, завершить ход, блин, сорян. Вова ходит, по-моему, да? Да. 4. 1, 3. Что делает магически? А ты в озеро это. Ты можешь этот, по-моему, к Лёхе тебе. Портал. В любое язык. А вот 4. Ты тоже. Ну понятно. Есть смысл напасть на него. Конечно же. А, нет, у меня нет смысла на него напасть. Поздно. Он заберет у меня этот талисман. Сколько у нас? Ну да, талисман. Сила, да, 2, умение 5. Коммент наверху. Какой. А, такой. А, нет, он может сейчас кинуть кубики так, что угодно. Проходит соревнование. По StarCraft или по командусу? Че за монополия? Это талисман. Здорово, Тима. Знаешь, мне ничего не мешает выкинуть там. Типа, тройки там, единички. А типа, ну давай продолжим. Волшебник издевается над Бурдавом. Привет просто. О, ничья. Вот так. О, ничья. Ну хоть так. Бурдавак отбился, ебать. Пошел вон оттуда. Бородач. Да и судьбу знаешь, как я постоянно трачу. Надо было на силу играть. Слева карту возьмешь, справа можешь восстановить этот, как она называется. А я со стражником не смогу потягаться, да? Сейчас нет. Ну ты там просто карту вытянешь. Ну он может скрытый удар, там плюс-минус. Нет, он все равно не смеет. Нет, все равно, слабый. Справа можешь за деньги, по-моему, восстановить эту судьбу, а слева карту возьмешь. Там же, когда кубик бросаешь, там же прибавляется, да, то, что выпало, я так понимаю. Нейтрально, вот я нейтрально, за каждый один золотой. Мне что, надо будет золотые отдавать? Чтобы... Да, чтобы судьбу восстановить. А судьба по-другому не восстанавливается, что ли?
нейтральным, ну, может, случайно как-то там. Ну, судьба бывает нужна иногда. Где полностью это судьба? Я не вижу. Фиолетовая. Судьба. У тебя единичка. Ну, мне нечего восстанавливать. У меня же единичка. Не, у тебя, видишь, красная она. У тебя была двойка. У тебя сейчас единичка. А, это то, что я перебрасываю кубики судьбы. Да, да. Если на этом делении есть уже карта, то ну, тянуть не нужно. Как если вы переходите в средний регион, как это понять? Вы карту не тянете? Ну, средний регион. Что там? Если вы приходите в средний регион, карту не тянете. Вместо этого мы... страж. Вы должны силы 9. Стражи, силы 9. Силы. Да слева налево сходи, вытяни карту, что-то. А я со стражем не приду. Нет, не будешь, ты карту вытянешь. Видишь, напиши, страж, тяните одну карту. Ты когда мимо него проходишь в средний круг, тогда ты дерешься с ним. О, дерись со львом. Нормально, давай. Ну, считай, пользуйся постоянно вот этим скрытым ударом, это имба пиздец. Считай, у тебя всегда сила 3 добавляется. Но он ничего не тратит за это. Нет. Там надо было судьбу тратить или что-нибудь такое. Ну да, вот надо что-то как-то. Наверху. Командус вроде деньги не выиграл, а вот Старкрафт точно. А. Ну, выиграл. По командусу охереть. До сих пор чемпионат. А как там чемпионат проходит? Она же сингл выиграет. Почему? Там есть мультиплеер. У меня теперь да? Домашнее животное. Да, по-моему. Вот, кстати, вот, когда у вас наберется трофеев на общую сумму 7 силы, вы можете их Леха единица. Лёха ходит нормально. Жить можно. Любое существо, с которым вы здесь бьетесь, добавляет 2 к своему показателю атаки. Ну, это лучше, чем в пустыне. Ну да, там, я фляжку не взял. А? Я фляжку не взял. Шлёпанца не взял. Опа. О, базарный день. Базарим. А у меня денег нет, давай. Эх, съебись. Опа. Ну, фляжку и берём. Чё там? Она всегда действует. Да. Так. В пустыне, ну, да. Ну и чё, отмена? А, всё. Бери давай. Две. Ну, ты можешь всё, что угодно здесь купить пока. Ну, у тебя уже ничего нет. Так ты её теперь покупаешь. А, я, ёпта, точно, нет. Да. Мне в ней хрена ничего нет. В обоих играх есть ранги. А как их листать, а вот? Ходунок вот этот, нижний. И эти карточки навсегда остаются? Ну да. Пока там тебя не ограбят или чё-то. Вот, мол, даёт дополнительные слоты. Ты, по-моему, с собой можешь взять или 5, или 6. Мол ещё даёт дополнительные. Ну, короче, фляжку надо брать тоже. Да лучше щемечивать. А два нельзя. Фляга нахрена тебе? Ты даже в пустыне-то не был ни разу еще. Ну, я там, я же тоже могу уйти сейчас налево. А, ну. Ну, ты еще налево уйдешь. Даже ну, направо. Ну, профуковывай. Меч дает дополнительно единицу к силе. Ну, все еще раз. Миш, бери меч. Миш! А Миш куда делся? Отошел. Жалко, тут времени нет. Или есть время все-таки? Времени же здесь нету, да? На ход. Миша! Возьми меч. Возьми трубку. Михаил. Какая же тиша. Миш, купи меч. Где? Да, ждем. Где? Че?
Базарный день. Как я могу купить меч там? Тебе бабушка предлагает семечки, либо меч купить. Выбирай семечки, не прогадаешь. Слушай, действительно, так, а что тут купить здесь? Бери меч, не прогадаешь, кстати, говорю. Доспехи, ну они тебе особо пригодятся. Если у тебя мало денег, то бери меч. Меч у тебя всегда будет в атаке добавлять плюс одну силу. А когда у тебя дохрена уже золото, ты там уже тогда уже можешь думать, там, купить доспехи или что-то. Ну, я купил, нажал меч. Чего? Ну, уже мне дальше там что-нибудь отменить. Или что-нибудь такое. В смысле, мне ничего не нужно. А, видишь, тебе надо что-то выкинуть теперь. Нахапал. Раз, нахапал. Два, три, четыре, пять. Четыре вещи. И дальше мол нужен. Ну, шлем выкидывай нахер, тем же. Миша, выкидывай шлем. Ну, да. Вот теперь мы знаем, 4 вещи можешь с собой таскать. Вы чё, меня как вьюна проверили? Так, опять я его. Откуда у меня появилась такая возможность, типа я могу брать? А я, кто-то вытащил базарный день. Я вытащил базарный день, нормально. А теперь кто появится, тот может шлем попросить. Похоже, игра на команды только со своими особенностями, они гелейсы, вроде так. Спроси, у кого? Кто-то может шлем подобрать. Да. Да. Хрена его, никому не дам. О, Майк. Я пойду жизнь возьму его здесь. Оп, медвежонок. Так они у тебя максимальные. Да нет, а это фонтан жизни, можно брать еще. Спокойно. Оп, пятерочка его. Там типа не ограничено. Я же не восстанавливаю, я получаю. А вот тут единица. Лёха. Мы давно не виделись. Мы с Тамарой ходим парой. Ты Тамара. Сейчас, подожди. Лёха, опять ты, блин. Оля. Ты со своим камнем. Как это? Я взял. Надеюсь. Битва сил. Да. Ты что, без маски, что ли, меня? Не знаю. Третья так игра рандомно устроена, что два раза повезло, третий не должно повезти. Два. Ну, можно перебросить. Сразу 6 у тебя получается. Да, и так его победил. Перебрасывай. Если Лёха не перебрасывает. Да, там а смысл. Меня, может, судьбы нету. А у меня судьбы нет. Нет судьбы? Да. Тогда да. Тогда зачем? А смысл я перебрасывал? Да. Забираем у Лёхи талисман. Оформлю для вас. Все поняли. Долину огня вы сможете войти только когда. Мне нравится, что вот эти на стол я не устроен так. Что такое легендарный талисман? Да то же самое. Так вот он и есть. Их там 4 или сколько их там, я не знаю. Ну сколько у нас столько их? Пройти в центр. Даже больше. Да, через я в центр. Смотри, чтобы вот через ту дверь пройти, надо, во-первых, иметь талисман, во-вторых, ты кидаешь 2 кубика. Если 2 кубика в сумме дает больше, чем силу или умение, ты изначально выбираешь, по какому ты проходишь. То ты не свою проходишь. Силу или умение. Да. Ну, у меня сила 2. Ну вот, а теперь вот подумай. И тебе надо на 2 кубиках единичку выкинуть. Так, а, мне нужно 2 кубика, ниндзя. Чтобы у меня, как у меня было. Да, чтобы на 2 кубиках был меньше, чем сила у тебя. Или умение. Ты изначально выбираешь. Ну, все, понял. Я думал, что... Ну, это надо иметь силы и умения штук 9-10. Тогда уже туда идти надо. Бля, на шамана нападает, нихера себе. У шамана-то нихера нет. Чего не нападать? Бей шамана. Да, шансов у тебя мало. Ну, хотя у тебя вон 4 силы есть. Да нет, так же есть. Это скрытый удар еще используй. Еще модификатор, блядь. Нет, модификатор будет. Медвежонка, блядь. Скрытый удар юза, не. А у меня меч всегда было. Плюс 1 силу, да, или только да. Когда? Всегда. Да. О. У тебя шансов меньше стало. Немножко. Оп, заебись. Так он еще и перебросить сможет. Конечно. Нет, не сможет. Сможет. А у него был единичка. Сейчас исчезнет. Бросай. Бля. Перебрасывай. Не перебрасывай. Будешь перебрасывать? Все, да перебрасывай. А у него есть судьба у этого? Так а если я продолжу?
продолжить. Но он сможет перебросить. Он сможет перебросить, да? Да. У него есть судьба, как бы. То бишь, если я нажму сейчас кнопку продолжить, то он сможет шаман перебросить, я прав? Да. Да. Хрен с ним, я переброшу. Вот так вот. Ну теперь вообще можно даже не перебрасывать. Теперь поиграем. Да у меня забирать нечего, Юй. Продолжить. У меня 5, блин. Злой. Твою жизнь заберу. Вот это забирать одну жизнь, это бред. Я просто думал, что окачаю. Лучше фармить. В общем, пошел и забрал бы себе жизнь. Видите, фонтана бы. Че я могу? А. Кстати, да, как вариант. Заберите золото. Нет, пошел ко мне. Что-то Олег вообще бомжует как-то. Золото. Кто бомжует? Олег бомжует? Вот я говорю, ну че я. Че на меня нападать, у меня ничего нет. Я за бомжа с камнем играю. А так бы жизнь получил халявную. У тебя бы сейчас было не 4, а 5. А че он взял у тебя? Да ты что? Да. Вот если бы я играл в нее хотя бы 500-й раз тогда. Может, ну ты бы спросил, что тебе выгодно сейчас сделать. Ходит Леха. Я просто хотел, ну что мне меч держать? У меня он, видишь, держит меч. Меч что? Храм. О, смотри, ты превратился, кстати. Ты можешь, кстати, вон пойти на этого. Ну, он тебе помог. Дали. Вон, шлем забрать. Да нафиг он тебе нужен, выйдешь с круга. У меня Вова его заберет. Здесь. Не, у меня же... Тут много кто рядом стоит, кто может забрать. И карты возьму. Там, по-моему, две карты, да? Ох ты взял. Ух ты, это... Интересно. Драться. А, вот оно что. Ебать! Компакт собрал. Где кнопка сосать? Говорят, у тебя можно отобрать все, ебать. А давай камень, блядь. О, горилла лизаешь. А как ты заюзал ты? Да, у него горилла у стражника отожмал. Так, как мне пополнить умение свое? Продолжение? Побеждать противников, которые нормально кое-как умением побеждаешь. А следующих? А следующих, ну, уже от первого пизделя получил. Так, не облик. Так он ничья ж была. Так и все, я справился. Ну, я думал, и дальше. Медвежонок. Давай в портал к нам. Я в пещеру хочу. В пещеру. Давай. Давай единица. Давай единица. Блин, я думал, единица. О, братишка, отомсти. Ты вся ушла. Да, нормально. У него 5. Забирай гоблина, блядь, медвежонок. Мои братья. Слушай, а как я могу льва использовать? Там льва, это когда карточки. Тебе наберешь трофей на 7 штук. Теряете одну жизнь, ты теряете одну. Получаешь одну эту силу. Видишь, на гоблине было написано 2 силы. Вот если у меня будет 4 гоблина, я их могу обменять на одну силу. Ты можешь в пустыню ходить, Вов, у тебя же фляжка есть. Да смысл, я там теряю жизнь и тяну карту. У тебя фляжка есть, воды. Фляжка есть, да. Ну, там же написано, там карту... теряете одну жизнь и тянете. Ты там карту вытянешь. Не, ну у тебя фляга есть. Так у тебя фляга вот есть с условием, что да, ты ходишь с флягой. Ты же зачем? Она вы теряете одну жизнь, бля. Не, она всегда действует? Да, всегда. О. Сейчас бы не пошёл. Кортик получил бы. За точку его. А где предметы смотреть можно? У тебя внизу. На себе нажми. А, да, на себе можно. Предметы это красные. Хрен его знает. Ну, у меня есть синий, есть красный. Что-то сильно много у меня всего на полкарты. Что там брошенное такое? А знаете, что самое прикольное? Я теперь где? Еще... А, там дух. Ну, туда не попадешь внутрь. Я еще колдуну 2 золотых должен. Нет, ты уже купил у него. Не-не-не, так должен, у меня висит все еще. Как? Нет, да, ты уже... Принеси 2 золотых. Смотри, принеси 2 дал? Так у меня бабла же не было, в смысле, что ему дал-то? Ну, у него висит, вот нажми на его. Принесите 2 золотых, Рейна. Вообще да.
Правда. То есть пипец. Талисман отобрали, еще и должен. Деньги верни, говорит. Ага, за талисман, нет, который нет, если на этом уровне уже есть какие-то карты, то вы тянете столько, чтобы у вас... А, ну вот иди туда, ты там две карты вытянешь. А вот эти карты, которые вот у меня, например, вот эта чаша, Святой Грааль, талисман, лев, когда я их могу использовать? Да когда хочешь. Да, можешь использовать. Лев — это трофей твой. Ты его обмениваешь на силу. Меч — ты его автоматически. Это все автоматически используется. Нет, а лев когда я могу использовать? Когда хочешь. Когда наберешь 7, ты его можешь обменять на силу. А Святой Грааль? В пустыне из него пьешь. И автоматически он тебе там что-то добавляет против кого-то. А если на этом деле уже есть какие-то карты, то вы тянете столько, чтобы у вас всего было 3 карты. Короче, сейчас туда пойдешь, вытянешь 2 карты. Почему? Есть там... Ну, там 7. Ничего нет. Там есть этот, где стоит карта, этот, где Лёха стоит. Туда ты мне идти или где же карта? Ты не можешь пройти, мне кажется. К Лёхе ты не пройдешь. В смысле, как не пройду? У меня ж подсвечивает. Красная, но горит у тебя. Ну, ты там должен стражника побереть. Пройти, да. А, я понял. Угу. Может, стражника попробовать попытаться? Так я могу нажать, и я попаду но на стражника? Ну, он может использовать медведя и вот этот скрытый удар. Да не может его использовать. Почему? Это трофей, убитый лев. Ну, так-то... Тебе надо еще несколько львов убить, и ты тогда убитых львов обменяешь на одну силу. Да. Понятно? Здесь. И она силу вот это всегда будет с тобой. Ну, как бы... Либо ты... раз он в бою, по-моему, может 3 силы добавить. Вот у кого был гоблин? Вот Леха, по-моему, язал же гоблины. Он тоже сражался. Ладно, я пошел там. Нет, есть персонажи, которые могут использовать львов всяких, да. Тут же обменяется на 2 золотых, сбросить эту карту. Ну, какие проблемы? Что мне сделать надо? Вытянуть другую. Ну, а я эту хочу карту. Да дальше ты возьмешь ее, не бойся. Не обязательно бросать как-то плюсы. Это твой спутник. Ну, ты ниндзя, ты, по-моему, не можешь со спутником ходить. Как все запутано. У меня хоть спутник есть. Нормальный. Ну, ты не можешь, да, ниндзя, ты одиночкой быть. Короче, золото забирай. Встретиться. А что за встретиться? С кем я встречусь? С золотом. Бери предмет. А, я не могу, да, из спутника взять. У меня отмена. Да, ты только выбирал как бы. Опа, ходит самый лучший игрок в этой игре. Тройка. Золото у меня. Что? О, Лёха, можешь в центр попасть? Выходи. Да. Выходи с того круга, там тебе нечего ловить. У меня есть фляжка. А, то и есть песок. Что этот центр дает? Слабым юнитом, юнитом, персонажем, пока там делать нечего. На внешнем круге легче качаться. Так как я тебе тут прокачаюсь, тут вот Вова бегает. Да, Вова, мы здесь... Ну, Вова-то в центре. Ты надо из центра сюда. Его же тоже интересно побеждать. Тебя этот... Ну, у Вова больше всего, по-моему. Поэтому интересно побеждать. Нельзя, ушел. И меня одного вообще оставил. Двух раундов любой персонаж независимо. Эти не больше. Блин. Одному мы ходим. О! Я для всех оформлю походу сегодня. Сейчас пошел для них. Это настолько должна. Так они устроены, так на ссылке, что можно даже с самого. Ну, с самого низа выиграть. Для других. Вначале поднявшись, а потом опустившись, я понял. Иди ко мне, Олег, я тебя жду. Деремся. Мне снаружи хорошо. Но у тебя выбора, по-моему, нету. Он не может зайти туда, как он зайдет. Да я уже пошел. А кто ходит? Это ты? А как кубик брызг? Ты уже. Он еще у меня лево и право только подсвечено. Ну потому что буран. В этом ходим и ходим по денежке только. А-а-а. Лёха, вытащи. Она права, да. Смотрите, что я тоже вытаскиваю хрень всякую. Ну, я понял. Ну вылази, сиди там, больше карточек вытащи. Тебе почитать. В храме там получаешь... Там две кости вообще кидаешь в храме, если что.
Так я, по-моему, да, тяну в оазисе. Ну-ка, двух урюков каких. О, давай. Опять, твое опять. О, бля. Что у меня здесь есть что-нибудь? Ну, короче, дери с огром, а потом ты будешь полтергейстом ходить на единичку. Дебаф получаешь. Да. Тебе надо через реку будет перейти. Чтобы от полтергейста избавиться. Хоть меч у тебя есть. Вот это ты объяснил, конечно. Но он сейчас как раз вернется и избавится. Да, через реку перейдет. Применять начальник, конечно. Сейчас что это за заклинание-то? Ну, заклинание, мы не видим. Так и должно быть. Сейчас выбери что. Так тебе драться надо, наоборот. Ну все, давай-ка. Брось кончик. Пять. Драться надо, чтобы прокачиваться. Ух ты. Проще такого не прокачаешься. Мобы всегда выкидывают. Тут даже перекидывают. Мобы всегда выкидывают нормальные. Что потерял? Что он потерял? Одну жизнь потерял. А, ну вот исцеление. Он использовал. Он восстановил жизнь. Нет, он меня его сбросил, по-моему. Ну да, вот. Ну, сейчас узнаю. Тоже нормально. Это странно все. Не, ну тут много очень карт всяких просто. А последователь где? Он с тобой. А смысл от него? Так, смысл в том, что он тебе мешает. Он как липучка, рубль штучка. Видишь, на карте река. Ее надо перейти, значит, тебе надо выйти. Через стражника. На внешний, да. Чтобы от полтергейста избавиться. Но ты будешь по одной клетке идти. Да, все равно. Так подожди, сейчас же нормально будет уже. Там же полтергейст, он с полтергейстом ходит. А полтергейст на один же уменьшает. Давай потом разберемся. Ну на один ход он уменьшает уже. В смысле на один ход? На единичку он пал. Выберите пункт назначения. Кто ходит-то? Почему? Ты ходишь. Так ты и ходишь. Я нет. СМ принимает решение, говорит Миша. А куда мне ходить? А, я должен либо налево, либо направо. А чё вчера? Налево. Налево. Чё-то я не понял. Чё с игрой-то? Я, короче, даже знаю. Да Миша ходит, Буран. Одну клетку Миша ходит. Ну, сверху сам написано. Всё, да, это я хожу. Иди вниз. Ну вот. Ну вот. Ну, хоть тебе ничего не дадут. Там есть чародей. Нет, главное... Что за красная карта там лежит? Чародей. Чародей, он продает заклинание. Тебе заклинание не продадут. Так, такому как ты не продадут. Да. Сильно добрый. А почему мне не продадут заклинание? Ты посмотри на себя. Да, ты, по-моему, не используешь заклинание. Ну попробуй сходи. Я, кстати, не знаю, будет ему что-то давать или нет. Но мне кажется, нет. Во, вот это прикольная штука. Плюс 2 к умению, блин. Миша прокачается сейчас, по-моему. Надо что-то выкинуть. Две обмечь выкину. Нет, я хочу страшно. Да ты потерял одну. Офигенную штуку, кстати, выкинул, по-моему. Ага. А ее можем подобрать? Да, да, да. Да. А я пошел к ней. Долго ты будешь идти, бля. Че? Доспех залутать. Буду охотиться за тем. За реку это в смысле просто на внешний круг выйти надо? Ну да, видишь, ты как бы через реку перейдешь. А что центр дает, самый центр? Там... Ну, куда Леха игру. Мог зайти? Куда Леха мог зайти? Там заканчиваешь игру. Ну, если у него был бы талисман, но он туда зашел, он бы закончил игру? Нет, там надо пройти еще до хера всяких этих... Ну, что они дают там? Ну, типа, надо побороть 9 монстров. Выкидываешь кубик, у них такая сила. И у 9 там, у 6 монстров такая будет сила. А чего вы все без золота ходите? Потому что нахер оно, без него можно жить. Бомжуем. Да, побираем, все просрали, все пропили, блин. Миш, посмотри на меня, как у этого недочеловека может быть золото? Ты как это, знаешь, моя прелесть. Да. Мой памятник. У меня, кстати, одно золото есть, но мы я чувствую, мы с вами скоро встретимся. Мое надгробие. А, на туре Вова на единичку ходит.
Налево иди. На это как понял. А так Буран еще действует. А что, он так долго действует? Нет, нет, это у него полтергейст, говорю. А внизу почему Буран у нас еще? Или она скинута просто? Это на Мишу. На Мишу. За каждые 3 золота вы пропускаете ход, нам получится 1 силу или умение на... То есть каждый раз так это будет? Не знаю, как. Ну, когда на него наступишь, да. А. Можешь купить у него. Ну, а, да, 3 золота. Действует. Да мне все равно. Опять я хожу, что ли? Я ж только что. Да. Нет, сейчас я ходил в... Просто я быстро хожу, вы даже не замечаете. Заблудился, пропускаешь ход. Нехер по лесу ходить. Заплутал. Посиди, отдохни. Опа. Лёх, давай опять на Буран, ебать. Что вообще заебись было? А как его скинуть-то? Буран. Да вправо иди. Не, а как Буран-то скидывать? Он так и будет висеть? Ну там, по-моему, 3 хода или сколько он написал. А, ничего себе. Я думал один. Давайте пещеру снова. Что а это? Почему я хожу по одной клетке? А, опа. Буран. Опа, объясни, потому что Буран, что откуда? Потому что Лёха, вон, видишь, Буран вытащил. Я наступил на Буран, событие. И все пошло по Бурану. И все ходят на одну клетку. Тяжело ходить под Бураном. О, все, погода исчезла. Вот теперь все закончился Буран. Так долго действовал. 2 хода, походу, было. 6. О, ты можешь уже пере это самое. А нет, я думаю, ты Вову выкидает. О, опа, хорош. Одну смотрите. Жизнь. Да, прикольно. Как же вы кормите просто? Да жизни нахера не мне нужны, мне силы нужны. Ну блин, можешь зато за жизнь себе. Ну тебя его хер убьешь, типа. Тоже нормально, кстати, жизнь. Так тут надо победить не для того, чтобы убить, тут надо до центра дойти. Ну. Ну, чтобы до центра дойти, надо прокачаться очень хорошо. Ну, тут же что есть это? События, которые ну, жизнь отнимают, так что нормально. От 9 до 11, чтобы у тебя было либо силы, либо умение. Лучше силы. Опа. Ту. В эту сторону типа походим, посмотрим, что там. Опа. О, подтяжки, ебать. Да считай, что их нет. Сейчас скоро заберу. Лёх. Ой, бля, Лёх, да. Чё? Есть смысл напасть, да? Есть смысл подойти ко мне, да. Лёх, ну ты прости меня, да. Красиво у тебя подтяжки, ебать. Красиво подтяжки, ебать, у тебя ничего такие. Лучше надгробием его возьми. И вообще у тебя куртка ничего такая. Где там куртка? Есть часами. Куртка там какой-то. О, золотишко, ебать. Поднимаемся. Успех уйдем. Нормально, нормально. Парни. Лёх, у тебя много золота, кстати? Да я его только нашел. В смысле, ты забрать хочешь? 2 золота. Нет, а ну ты что? Ты что? Мне только подтяжки нужны. Опа, хоп-гоблин. Ну ты его победишь. О, 3 на 3, у вас равный. Ладно, все, я молчу. Посох поймал. Нормально. Бля, повезло, а. Какое повезло, он проиграл. А почему ты не можешь перекинуть? У тебя судьбы нет? Судьбы нету. Все на Леху слил. Вот видишь, бог шельма метит. Хоп-гоблин, плюнул, блин, тут захлебнул. Харкнул, да. Жесть. Не повезло, конечно. В бороду твою могучую плюнул. О, да. Иди на эту. В склеп, там ты сможешь за деньги восстановить эту судьбу. А наверху там такие события, так себе. Ну да, мне надо к Лёхе поближе держаться.
Подтяжки. Лёха, извини. Ну даже если у тебя их отберут, я нападу на того, кто отобрал. Что написано? Не встречаться. Это что такое? Ну, типа, можешь не ходить в эту территорию. Но тебе нужно за золото. Не факт, что там. Так, и что? Вот мне стрелочки показываются. И чё? Сколько ты хочешь восстановить? Ну, две восстанавливаю. А это в какую мне... Как мне показывают, сколько я... Ну, две судьбы у тебя максимум. Ты их и можешь восстановить. Если тебе жалко деньги, ты можешь одну восстановить. Так нет. А, ноль. Все, я понял. Две судьбы. Все, продолжить, да? Я две судьбы восстановил. Завершить ход. Лёха, ты разогнался как? А чё там Пикси она делает? Лёх, ну там, слушай, у тебя... Ну бери Пикси, если ты можешь. Я не помню, можешь ты брать спутников или нет. А чё там Вовчик еще до сих пор... Блин, я злой. По этому кругу? Да, он там, блядь. Охраняет. С полтергейстом развлекается. Да, мне не вариант туда, кстати, идти, только за Пикси. Ты злой, Лёх? Да-да-да. Ебать. Что? Доппельгангер. Как его соперник. Получить одну силу. Что, я Лёху вообще не слышу. Да я мало не говорю. В шоке. Сбросить его, не получите трофея. Он останется здесь, пока не Давай, будет убит. Лёх. Что-то тебе вообще не везет на бои. Да, Лёха такой. Ну что, давай. Ну, у вас равно. Мне всегда равно. Вот как играть в это вообще? Я перебросить-то не могу, у меня же судьбы нет. А, вот, смотри, шлемовый. Шлем. Все равно не шестня. Не повезло ему. Бывает. Жизни пока еще есть. Ты держись там, жизнь тебя прижи. Я приду скоро. Мне персонажа надо поменять, так, мне наоборот надо умереть. Ты бы выбросил эти подтяжки, может. Так, напоследок. Я их как выбросишь эти? Ну, ты карты возьми, у тебя будет перебор. Перебор. Ниндзя. Я, наверное, где-то до 10 поиграю. Чувствую, мы не успеем закончить. Она долгая, на самом деле. Партия. Бля. Ебать. Говно. Во-во, видишь. У тебя золото было? Где золото? Я напал на тебя продал. А может? Да, было. Да, у него... Да, у него два золота. Говно. Тупой медведь, блядь. Убейте проигравшего. Забирай золото. Да золото забирай. Смысл у тебя. Да медведь еще нормально, кстати. Вот этот с надгробием. Ну вот рандомы этим... Три на выбор этим бухи. А чё у меня? Я не могу. А, держим. Блять, пришел у Миши деньги отдал, блядь. Ты мог, кстати, наемника, по-моему. Блять, точно. Но он плюс 3 к силе дает битвы до конца. Там, по-моему, 2 золотых надо. Нет, одно. Вы платите 1 золотой, он тебе дает до конца боя, до конца хода 3 силы. Блять, вот я лошара, блять. Сейчас бы Мишу поднял. Да, блин, кстати. А, я мог перебросить кубики. Спользу бы провел. Ну, в следующий раз ничего. Как отсюда выйти? Вниз иди. Вниз иди. Ну, можешь ходить вверх, а потом вниз, потом вверх. Я так и понял. 3. Если один или два выпало,
последователя, он умирает. Вообще не читаю, чисто кидаю. Все равно рандом. Я полтергейст остался с тобой. Ну, кстати, можно 1-2 пробовать. Либо сам сдохну, либо он. Одно из двух. Да, что, в жизни есть. А я на этой клетке всегда за золото восстанавливаю, да? Да, ты добрый. Да, 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 это там я. Только для злых. А у меня одно золото, я... А если... мне обязательно в портал меня прыгнут, да, во второй круг? Да. Если туда пойдешь, в портал прыгнут. Тянь-тянь, ну, если... Ну, на случайное место. Да, но не факт, что ты попадешь в нужное. Ну, хрен с ним, пойдем. Это там вроде все прикольные места вроде должны быть. Да, заметьте, очень прикольно. И что мне делать с этим? У меня пещера колдуна. Кубик бросай. Я почему-то не могу отменить, у меня написано. Ну ты еще раз нажми. Ладно, видимо, что-то нельзя ему. А, странно. Перейти сюда. А, ты просто посмотрел. Да, ты можешь перейти и нажать. Брось кубик. Или не бросать. Город. Город. Здесь либо доктору, либо к волшебнице. Или к волшебнице. А, химик или волшебница. Волшебница тебя превратить в жабу. Не повезет. Вот, здесь, кстати, алхимик может превращать любую эту вещь в золото. Торгаш, короче. Если пойдешь к волшебнице, мы все будем молиться, чтобы ты нажал, выпал единичка. А как мне потом? Три хода будешь с жабой ходить. Три хода. На единичку. Ну, лучше тогда двойку. О, получайте одну силу, получайте одно умение. Теряйте одну силу. Я потеряю одну силу, я боюсь потерять силу. Ну, либо пятерку, либо двойку. А лучше вообще ничего. А, у меня же судьба есть, точно. Я поехал в волшебницу. Мне надо пятерка, да? Единичка. Или двойка. У меня судьба есть, точно. Не, вот единичка. Да смысл, ну три хода ты, ну, ничего не сделаешь. А он все потеряет. О, заебись! Блядь. Ну, теряете на умение. Можешь перепрыгнуть? А, он уже не могу больше. Не может. Остался с жабой. Ты с жабой все теряешь, все, что нажил. Эти вещи. Опа, герой дня, блин. Зато два золота. О. А, ну ты не можешь взять, ты злой, да? А что за умение я потерял? Да это вот синяя штука. Синенькая, это как силу, только умение. Вообще нет смысла никуда идти, по-моему, да? Ну, может, это заклинание, ты можешь у него купить. У тебя два золота. Зачем такому... Стой на месте. Зачем такому бомжу, типа, это? Вот за Граль подеремся с тобой, Лёха. А, он не может. Я не могу. Почему? Я ж злой. Я просто пошёл. А это только для добрых? Да, да. А вы все злые. Ой. Миша, главное, хорошую вещь скинул, никто ее подобрать не может. А чё там она? Бросать кубик в лесу, чаще... Ты будешь драться с той же параметром, что ты выберешь. Если убьешь ее, то получишь плюс одну силу. Да ну, я уже понял. Да там нереально, если он шестерку выкидывает. А, убить? Ну давайте, хрен с ним, пойдем. Не, ну смотри, если убьете ее, получите одну силу. Ну, ништяк тогда, идем. Главное, чтобы шестерку ты выкинул. Так будет всегда равное. Так у него 4 силы. Ну он еще за золото сейчас использует. 4. Давай, рогатый, дерись за меня, ебать. 7 силы. Не помогаю.
Ой, пиздец. Рогатый, блядь, крыса поганая. Меня предала, блядь. А там написано, видишь? Один. Ева! У тебя судьба есть, это, но нет смысла. Мне кажется. Не в этой жизни. Я говорю, это вообще не выиграет. А все мобы... Бля, ну это идиотизм, конечно, что мне сейчас добавят. Очень большой шанс, что они выкидывают шестерки все, просто жестко. Слушай, ты так использовал этот нелепо вообще. Нелепо. Я заметил, бля. Там просто, да, написано было действительно, что он делает того же персонажа со всеми этими картами, которые у него есть. А он у него остался, кстати, слышь, у тебя наемник-то остался. Да, я думаю. А как забрать у него наемника? Никак. Ну, варануть. Ну, есть заклинания, которые могут спереть. Или что-то такое. А это что такое было? Последователь. Единорог. Он очень крутой. Умение а уже чего-то. А отобрать единорога? Пошел вон от моего единорога. Домой. Моя единорожка. Да. Моя, конечно. А не, я могу отобрать у него? Только за счет заклинаний, по-моему, как... Пошел вон это единорога. Я тебе этого полтергейста подарю тогда. Ходи с ним, развлекайся. Ебать. Ты мне все, бля, набрал. Это только для добрых? Нет, для всех. О. Я могу еще один меч взять, да? У меня получается. Нет, ты что-то должен выбросить. А, да выбрасываем меч, он тебе нах. Хотя, да. Не знаю. Нет. Ну, тогда хотя, талисманы, да. Блядь. Амулет, точнее. Может... А, добавьте к своему умению. А зачем? Нет, это... А, вот, кстати. Декольте можешь выкинуть тоже. У тебя вещей много, ты должен что-то выбросить. Я вот это нахрен выкину. Кого? Сейчас бахаром нахуй выкинут. А, ну да, нормально. Опа. Блин, каждый ход как последний. Давайте, какое здесь дерьмо нас ждет? Дракон, ебать, нихера себе. К концу игры начало вести, да? Ещё Лёха такой выиграет. Слушай, а ты своего героя не читал? У тебя там, может, какое-то умение есть? Да, бегаю с надгробием, единственное умение. Спутник на всю жизнь. Спутник на гробе. О, понятно. Я реально потерки охеренные. Пошла жара. Бля, у тебя сила больше, чем у меня, бля. Даже такого бомжа, как я, сила больше. Ну-ка, Лёх, я сейчас, если Лёха победит, я буду ржать. Бля, сколько у меня выплачет? У тебя есть цель. Лёхи судьбы нету. У тебя судьба есть зато. Ебать! Так, ну, кубик. Надо перебрасывать, да. Ес, блядь! Ничья! Одинаково, сука, ничья, блядь. Все. Олег проиграет, ты сейчас еще. Нечего подкатывать. Блин, я забыл, что я не медведь, блядь. Нет, не, шаман, конечно, шняли его. Вы потратили, ты потратил умение еще свое? Ну, судьбу? Да. Ну у меня судьбы много. Да, шаман-то нормально, в принципе. Единственное, что у шамана, блин, это. А что низ дает? Вниз. Не знаю, там что там написано. Тяните одну карту. Лабиринт забудился, ебать. А, у тебя умение меньше, да? А, нет, 6, у тебя нормально. А, здесь будет лабиринт. Он локацию открыл. То есть, по сути, ничего. До конца игры здесь будет лабиринт, когда вы будете. А, ну да. Пол меня больше 5. Я дальше путешествую по единичке. Так у вас умение вроде бы нормально. А чё ты не хочешь выбраться-то из-за реки? Он идёт, он идёт туда. Надо просто выбраться через стражи. Где-то. Грузила сегодня на себя. Завершай ход. А, да. Одинаковый там. Ребят, я иду к вам. Давай. Бутылочку нашел. Опять надо что-то выбрасывать. Да ну, не буду, просто не буду выбрать. Бутылку не бери. Зажрался, бутылочку не берет. Попить нашел. О,
моя игра пошла. Так. Лёха пошел подтяжки свои спасать, ебать. Убирает. Подтяжки, не убегайте. О, заблудился. Нормально сойдет. Стоит, отдыхает? Да-да-да. Ждет? Ждет, да. Подтяжки когда заберут. Вон, в сову превращайся. В сову не видно. Опять медведь. Блин, я хотел посмотреть, как сова выйдет. Так, я кто из стервень не пойду. А вон, смотри, у тебя можно опять попытаться убить. Бля, ёптана. Чё ты? Ты злой, ты не можешь пойти туда. Да, иначе я же потеряю похоже. Ну давай, чё там. Ну давай, бля, давай. Только судьбу не трать. Троечка, ебать. Ну вот она всегда выкидывает больше. Ну уже не шестерка, хоть что-то. Да ты зря. Ебать. Говорю, судьбу здесь вообще против мобов. Вот они сразу выкидывают, можно даже не пытаться, мне кажется. А если я туда шагну, я смогу убить ее? Или нет? Да ты на кубиках будешь драться, я не знаю, как тебе повезет. Ну, направо. О, кстати, Вовчик рядом со мной. А что ты радуешься-то? Этот Вовчик может стырить все у тебя. И ты выйдешь. Да. Призрак. Что с этим делать? Ну кидай, куда он пойдет. И там надо будет стоять. Сейчас ко мне пойдет. Шестерка, справа. Терроризирует это место. Вон там, направо. Террорист, блин. Ничего, я не остался на месте. Ну и все, нормально. Иди он, в пещеру. Дракон победишь, сразу прокачаешься. Либо гоблин. Надо еще выкинуть, чтобы он прокачался. Либо два золотых найдешь. Два золота, да, тоже неплохо. О, играем. А, ну да, играем. А, ты там это что-то забудешь? Я какашку нашел, да. Медвежка, бля. Ну, еще ты еще раз ее пытаешься убить? Третий? Нет, это я же на ней стою, я не могу к ней. О, восстановил силу, о, судьбу. Вот вниз теперь. По суше можно вот только через стражника выйти из центра. Угу. Вот, полтергист ушел у тебя. Волк. Леха, у тебя есть... Ой, Вов, у тебя есть что-нибудь к силе? Да. Вот волчонка выбью сейчас. У него есть этот модификатор, видишь, меч. Шестерка! Раньше бы так. Тебе еще единица нужна, чтобы ко мне попасть. А я только вышел. А что, я избавился от этого петушка? Да-да. Петушка. Не, Миша, не в этот раз. Святой Грааль, да? Ну, налево иди. Найдешь кого-нибудь, подерешься. Да блин, он хочет ко мне близко встать. Я, знаете, я тут такой чистый, знаешь, персонаж, который дает всем фармить себе. Ну, он у тебя же был, ты его оставил. Я ж тебя хал, пошел бы налево, вытянул карту бы. Так он за Граалем вернулся. Так не сразу не может взять. А, он же злой, что ли? Да нет, ну смысл? Он у вас оставил, у него вещи круче. А, места нет, я понял. Нормально я хожу. Лёха, спасай подтяжки, ебать, беги. Беги вниз. Ко мне. Беги лучше вверх, отведешь его от нас. Ну, это вариант. У тебя кто-то выживет. Я специально подсчитал, чтобы ты не мог на мою клетку переместиться. 4 безопасно. Нормально. Сойдет. Паддингтон идет дальше. Паддингтон, блин. О, 6. Да, ну к Мише я явно не пойду. Да, вон, амулет можешь забрать, Миша.
А смысл его? Он прикольный, против тебя заклинания не мог применять. Блокирует заклинания, которые на тебя будут. Нет. Так и я не могу использовать заклинания. Вы не можете применять. А, ну все тогда. Тогда да. Я хотел карту вообще вытянуть. Поздно. Рядом с Мишей был бы. Перебрасываю, Миш, тебе двойка нужна, чтобы ко мне пойти. Не хочу судьбу терять. Судьбу терять не хочу. А, кстати, да. Либо вместе ху, либо в таверну наверх. А, ты можешь, кстати, закупиться. А, у тебя нет места. А, осва купишь, осва купишь. А, да, осла. А, нет, осва там нет, у кузнеца нет осла. Ой, осел ослами не барыжит. Да, ясно, я еще не скоро куплю. О, а у меня стоит фига. Я иду. А что ты туда? У тебя нет места. Спокойствие. Так. Миша уснул. Брось один куб, сразу злый мишка. Останусь добрым хочет. Нет, мне надо к этому кузнецу. У тебя места нет. Идем. Выберите товар, если. Так. Так. Топор надо, по идее. Там. Можете построить плот. А что за плот? Для чего плот нужен? Вот как раз тебе. Туда переплыть, да. Да, внутрь. Нас... А где плот? Что я не вижу плот. Топор, вот видишь? Добавьте... сделать, да. Да, топор ему надо покупать. По-любому. Ну, можешь купить топор, а меч выкинуть здесь. Можете построить... Что еще раз плот, для чего? Чтобы в центр переместиться. Ничего откуда не выбирай. Вову? Откуда, боже, Вову? Ну, либо вообще ничего не выбирай, либо покупай и топором. Я вот этот там... Чё у меня опять еще один топор появился? Ну это замена. Ты купи, тебе не надо, нормально. Ну выбрасывай меч. А талисман мне? Без него не сможешь туда, в центр попасть. Добавьте самый центр. Ну да, тут надо меч у тебя самый такой. А у меня плот есть, чтобы мне зачем талисман? Нет, так тебе нужен меч, убери. Плот топор только будет через реку. Только топор еще можно сделать плот. Топор то же самое, что месяц. Я же рядом нахожусь. Я просто хочу сейчас взять и рвануть к этому. Так, мне в принципе. А для чего мне нужна корона? Умение. Умение, что у меня дает? Она тебе бафает. Что за бафает мне? Что мне это? Ты можешь сражаться на умениях, если ты нападешь. Ты корону теряешь и теряешь свои улучшения. Она дает, что она там дает? Ну, два умения. Два к умению. У тебя два к шесть. Вот, у тебя будет умение не 6, а 4. Да. Я талисман пока выкину. Он же останется на этой клетке, да? Ну да. Что Миша делает? Миша делает, я хер пойми. Миша просто. У тебя меч то же самое, что топор. Только топор более универсальный. Потому что ты с его помощью можешь еще плот сделать. Миша, байт на этот делать, на талисман. Нет, меч тебе не дает дополнительно. Ты в одной, у тебя в одной ракете. Миша поставил ловушку. Миша поставил ловушку, видит талисман. Да, да, да. Да, не идет за счет этого и за счет этого. Ты выбираешь либо топор, либо меч. Нет, подожди, в драке. Ты выбираешь либо топор, либо меч. А, я понял. Ну сейчас увернусь. Да, да, Миша, да. Ты приманку кинул, ебать. Да, да, да. Кис-кис-кис, ребята. Так. Бутылку, что ли, взяли? А почему у меня, ты же говоришь, они автоматические, там, либо топор, либо меч, почему? Ну, когда у тебя несколько оружия, тебе спрашивают, что ты будешь использовать. Просто там некоторые оружия бывают против драконов лучше, а против других им похеру. Какое оружие? Кидало.
Мы же тебе объясняли, что меч то же самое, что это. Ебать. Че вы опять убежали на другую сторону карты, блядь? Блядь, давай, единичка сейчас нахуй. Ну, блядь, толку один хер. Ну, единичку, блядь! Сука, да что за говно такое? Вот мне так же не везет. Не, ну это пиздец какой-то. Судьба, у тебя судьба. Судьба. Я бы не спасло. Не спасло. Ну, даже шестерка не спасает. Тут решают очень сильные персонажи, которые в бою хорошо рожают. Мне кажется, гоблин. Завершай ход. Имба. Не, есть персонаж даже сильнее, чем ниндзя. Чтобы поржать, гоблин сойдет на самом деле. Пошел к Лехе. Опять ко мне? Да. Чё? А. Ты получаешь талисман. Так он у меня есть, пошел он. У меня два талисмана. Будешь должен еще. Кстати, я. Вы возьмете кто-нибудь талисман? У Вовки есть талисман. Кто-нибудь у меня два талисмана. Мой... А, у тебя два талисмана. Я могу по-любому. Еще кто-нибудь мой талисман возьмет, я могу встретиться с вами и забрать, в принципе. То есть я вообще не могу это больше талисманы брать? Можешь. Мне вот эта фигня не пропала. Ну это я не знаю, это глюк какой-то. По идее, она должна исчезать. Вот я отдал две монеты за талисман, но она у меня опять осталась. А, значит, я, может, отдал? Ну я не помню, кстати, отдавал ли я. Ну ты-то отдал, я у тебя талисман вот, вот. Нет, у Лёхи тоже, кстати, осталось. Так у меня же висит, я же не знаю, я отдал, не отдал, вот в чём прикол. Отдал, отдал, ты же получил талисман. Ну, а чё она до сих пор висит? Ну, глюк, видимо. Раньше она исчезала. Может, это показывает, каким именно способом ты получил талисман? Ну, может, и так, да. Ну, а какая разница? Чисто в этой фигне всё будет так. Это тоже был, я чёрт сколько я отсюда выходил. Ну-ка. Кстати, а куда озеро делось жизни? Здесь было озеро жизни. А все, оно кончилось. Ты там 4 жизни. Нет, 4 жизни. Я бесконечно пополняю твои жизни. Ну, по одной. Алхимик, можешь его взять, и он тебе в любое время может любые вещи в золото переваривать. Пусть будет. Так, я чё, опять человек, ёпт? Медвежка, ебай. А как это? У меня есть меч и у меня есть единорог. Единорог дает плюс один к силе. И меч дает плюс один к силе. Они не суммируются разве? Ну-ка, сейчас. Хочешь Лёху пожить? Да, у него подтяжки прикольные. Всё-таки мне нужны подтяжки, ебай. Ну так, давай, родной. Ой, блин. Да в жопу, блядь. Сейчас я перекину, блядь. Е, блядь, ну так, так. Неужели первый бит? Не перекидывай. А у Лёхи нет. У Лёхи нет, судьбы. Лёха, давай подтяжки. Заветные подтяжки. А если я подтяжки возьму у тебя, они прибавятся к мечу? Потом? Потом, да. Конечно, потом, когда я у тебя... Медведь, блядь, подтяжках, блядь. Зря ты сказал Мишу, что прибавится, он сейчас за тобой побежит. Ну, то есть и меч, ты можешь... Вот эти... Этот пояс дает плюс один к силе всегда. Ага. Видишь, у меня было 4, а теперь стало 5. Правильно решил выйти из игры, пожалуйста, подождите. Лёх, ты чё? А я все, у меня же 10, я же сказал, до 10 я играю. Бурдалак. Сейчас он вам расскажет, как играть за каком. Отдал вам шмотки. На шестерке. А он компьютером заменяется? Да. Сейчас он, блядь, покажет Лехе. Ой, Олегу, который отобрал у него.